ми продовжуємо, як і обіцяли з самого ранку. Сьогодні поговоримо про те, що ж із Приватбанком та чи вціліли ваші гроші. А в нашій студії ранковий гість. А сьогодні в нашій студії завітав Аркадій Дебагян, незалежний фінансовий експерт. Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку в нашій студії. А і так, Приватбанк. Я предлагаю все-таки эту тему, рассматривать с небольшого сюжета, а потом уже будем отходить, исходя со всех комментариев, что из сети, которые нашли наши журналисты и влили в этот сюжет. Так что смотрим. Найбільший банк України здувався повільно, проте впевнено. Кабмін на засіданні неділі розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни і вирішив перевести Приватбанк у 100% власність держави. Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій Приватбанку. В уряді підкреслили, що ці дії відбуваються у чіткій координації та врятують як Приватбанк, так і всю банківську систему. Так вже за кілька годин після оголошення фінального рішення у соцмережі з'явився пост начебто Коломойського, який варто оцінювати більше з точки зору піару. Никаких законних дій для націоналізації нет і бути не може. Думайте, Валерія Олексіївна, думайте, у нас руки длинні. Згодом представники олігарха відмежували свого патрона від цих заяв, сказавши, що у Коломойського нема своєї сторінки у соцмережах. IT-директор націоналізованого Приватбанку Дмитро Дубілець закликав українців не панікувати через зміну статусу банку. Ухвалене рішення, за словами Дубілета, виявилось несподіваним, в тому числі для нього самого. Втім, фінансування працює як годинник. Новим головою правління банку став Олександр Шлапак, що, на переконання Дубілета, є чудовою новиною. Понеділок вранці окремі заяви з цього приводу зробив президент Петро Порошенко. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність і цілісність їхніх грошей. Прем'єр також розмістив в соціальній мережі відеозвернення з приводу націоналізації найбільшого в країні приватного банку. Зрозуміло, що ситуація з Приватбанком могла мати вкрай негативні наслідки для усієї фінансової банківської системи України. Таким чином, вчорашнім рішенням ми захистили майже 20 мільйонів клієнтів банку, 20 мільйонів громадян України і також фінансову стабільність нашої держави. І це було першочерговим нашим завданням – діяти саме в інтересах українського народу. Голова Національного банку Валерія Гонтарєва не змогла спрогнозувати долю системи «Приват-24» після націоналізації. За її словами, зараз команда НБУ та фонду гарантування більш ніж 100 людей працюють у Дніпрі, визначаючи власність на все програмне забезпечення. Ця новина практично зірвала соцмережі порцією мемів та фотожаб. Миколаєві новина про націоналізацію Приватбанку також наробила багато шуму. Самого ранку городяни приходили у відділення, щоб зняти гроші, дізнатися про долю депозитів або ж просто отримати інформацію про те, як будуть проходити виплати. Біля банкоматів також багато народу. Всі вони поспішають зняти гроші з карток. Проблем з цим не виникає. Пристрій справно видавав готівку. А в соціальних мережах цій події навіть вірші присвячують. Как жизнь? Не то чтобы очень гладко, но, в общем, знаешь, все в порядке. Виват. Дела отлично, как обычно. С наличным? Ну, сейчас с наличным. Приват. Паніка не росла. Міністерство фінансів і Нацбанк обіцяють щодня проводити брифінги та пояснювати поточну ситуацію. Однак уже зараз очевидно, що клієнти банку насамперед спробують перевести в готівку кошти. Так що ажіотаж біля відділень буде збільшуватися. А Міністерство фінансів, в свою чергу, опублікувало ролик про перехід Приватбанку у 100% державну власність. В
вот так увидели, что действительно николаевцы, ну, я думаю, что вы тоже лично видели, как николаевцы стояли возле банкомата в больших очередях и вечером, и ночью, пока в банкомате не закончились деньги. Сегодня с утра вот все банкоматы, которые попадались мне по пути на работу, на всех висит вывеска «Нет денег. Обратитесь в другой банкомат». А как быть? Давайте начнем все-таки с вопроса «Национализация Приватбанка». Что оно такое? Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать наших телезрителей. Доброе утро. Оно, правда, доброе, несмотря на какие-то тревожные экономические новости. Оно доброе, потому что все мы, слава богу, живы, все мы рядом друг с другом. Это уже неплохо. Национализация. Вы знаете, в истории нашего государства, новейшей истории, это практически беспрецедентный случай. Общеизвестно, что государство не является эффективным менеджером тех или иных крупных бизнес-проектов. Именно поэтому с самого начала, с 90-х годов, наше государство идет по пути приватизации, то есть разгосударствления. А здесь идет обратный процесс. Почему? Действительно, коммерческий банк, Приватбанк, это акционерное общество, которое принадлежало физическим лицам и юридическим лицам. Одним словом, она не была государственным никогда. Смогло за годы своего развития занять не просто крупные позиции на финансовом рынке, но я бы назвал определяющими их. Действительно, 50% трудоспособного населения Украины и ориентировочно 50% сегмента среднего и малого бизнеса обслуживаются в этом банке. 50% в одном банке – это колоссально много. И, безусловно, любая ситуация, связанная с этим банком, любые его проблемы, мельчайшие колебания в состоянии экономики этого банка ощутимо влияют на экономику всей страны. Я уже не говорю о том, что это население, это граждане этой страны, потрясения которых могут выливаться в различного рода и социальные процессы. Поэтому некоторое время назад, это не произошло вчера, и в этом смысле, дорогие друзья, я хочу сказать, что произошедшие выходные дни не являются каким-то переворотом, не являются рейдерским захватом, о чем стали много говорить. Это долгий процесс, он шел несколько лет. Переговоры по этому поводу шли несколько месяцев. Потому что ситуация в Приватбанке, как и во всех банках нашей украинской банковской системы, пошатнулась еще в 2008 году. Тогда, когда мы переживали все экономический кризис. События 2014 года, я говорю о войне с Российской Федерацией, тоже не улучшило экономику этого банка за счет того, как минимум, что территории Крыма и сегодняшние оккупированные территории Донецка, там находилась немалая часть бизнеса этого банка, немалая часть клиентов, которые, я почти не сомневаюсь, не особо утруждают себя тем, чтобы погашать взятые кредиты и выполнять взятые на себя обязательства. Я уже не говорю о в целом ситуации с тем, что там осталось имущество банка, учреждение. Ну, одним словом, целая огромная часть бизнеса осталась там. И поэтому, как и большинство банков в Украине, Приватбанк переживал тяжелые времена. Безусловно, Национальный банк Украины на протяжении всего этого времени активно дофинансировал этот банк. Есть технология, называется она рефинанс Национального банка. То есть банк давал на Национальный банк Украины давал на определенных, достаточно льготных условиях финансовую помощь, это были кредиты банку Приват для поддержания его платежеспособности. Но, к огромному сожалению, этого оказалось недостаточно. И разрыв между возможностью выплачивать те средства, которые банк привлек как депозиты, либо же находятся на счетах клиентов, и состоянием его активов, ну это прежде всего, конечно, кредитный портфель, хотя есть и другие активы, к сожалению, большому этот баланс был нарушен. Ситуация такова, что банк, Национальный банк, является кредитором, крупным кредитором теперь банка Приват. И для того, чтобы далее выполнять свои функции, Приватбанк не в состоянии выполнять те требования, которые выдвигаются ко всем банкам украинской банковской системы. В этой связи у Приватбанка или у Национального банка есть ровно два пути. Либо Национальный банк будет дальше откуда-то
средства направлять брать на поддержание направлять. Этого банка, либо, ну, наверное, на этом кредит можно закрывать. И вот здесь вот я немножко с такой подводкой подошел, да, на самом деле вот до сих пор эта история касалась абсолютно всех тех банков, которые закрывались. То есть вот как раз о прекращении этого кредитования и говорил Национальный банк перед тем, как ввести в банки временные администрации и объявить его банкротом. Это происходило, я подчеркиваю, с десятками банков, часть из которых, так же, как и банк «Приват», принадлежали довольно известным в Украине олигархам. Влиятельным людям, да. «Приватбанк» подобного рода участь не постигла. Государство заявило о том, что банк банкротиться не будет. Он переходит в государственную собственность. Конечно, детали перехода сейчас обсуждать рано, ибо это, ну, я уверен, коммерческая тайна. Однако в целом можно сказать, что по заявлению президента нашей страны, премьер-министра, заявлению ключевых экспертов Министерства финансов можно твердо заявить, Украина не даст упасть на Приватбанку. И прежде всего не даст упасть потому, что этот банк является содержателем средств существенной части населения и бизнеса нашей страны. Национализация в данном случае – это временный шаг. Нет никаких сомнений в том, что государство не планирует в длительной перспективе управлять этим банком, стабилизировать его и впоследствии продать. Вот основная цель. Однако, когда наступят эти последствия, очевидно, будет ясно, исходя из того, каким будет результат анализа работы этого банка. А опять же могу сказать, что уже, если мне не изменяет память, на следующей неделе в Приватбанк заходят достаточно крупные мировые аудиторские компании, которые были не наняты Министерством финансов для проведения этого аудита. Однако у банка сегодня уже есть новый управляющий, господин Шлопак, это известный в мире финансистов человек, это человек, который в свое время руководил одним из крупнейших отделений Приватбанка во Львове, он знает банк изнутри, он был министром финансов, и в нашей среде он считается профессионалом банковского дела. Смотрите, конечно, по срокам мы не можем понимать, когда же потом государство продаст этот банк, но все-таки есть ли вероятность того, что он все-таки и останется, скажем так, государственным? Вы знаете, вот сейчас у очень многих возникает вопрос. Ну, хорошо, действительно, вот сейчас за сутки закончились деньги в банкоматах. Что же будет дальше? Да. Да? Почему вот я увязал эти два вопроса? Дело в том, что... Ну, дальше, очевидно, нужно положить деньги в банкомат. Какое-то количество наличных у банка есть. И, к слову сказать, хочу ко всем обратиться, уважаемые друзья. Вы должны понять, что процесс насыщения банкоматов – процесс довольно механический. То есть, если действительно сутки из всех банкоматов изымались наличные деньги, то для того, чтобы их инкассировать, ну, просто элементарно привести, безопасно привести такое количество наличных в банкоматы, нужно просто время. Тем более, что был алгоритм отработанный, когда там раз в неделю пополняли какой-то банкомат. Да, да, но в зависимости от необходимости. Представьте себе, красной лампочкой загорелись все банкоматы. Но дело здесь не в этом. Дело в том, что Национальный банк Украины уже заявил о том, что он будет через систему вливания финансов инкассировать банкоматы Привата. Одним словом, деньги будет подавать Национальный банк тогда, когда в хранилищах Привата они завершатся. Почему я об этом заговорил? Потому что вопрос о том, как долго он может быть государственным, напрямую связан с тем, удастся ли государству уже на первых этапах этой национализации привлечь бизнес-партнеров финансовых к этому процессу, которые, в свою очередь, могут стать либо посредниками, либо финальными покупателями в подобной продаже. Но на сегодняшний день уверен, до проведения аудита, до стабилизации платежной системы банка, фактически разговор о реальной продаже, о ее сроках идти не может. Товар пока не определен. Его необходимо определить и утвердить. Многие также говорили о том, что и путают понятие национализация с закрытием вообще банка и его ликвидацией. Многих напугало то, что Приват-24 не работает. Как быть с этим всем? Почему вчера он не работал? Хотелось бы от вас, как от эксперта, вот услышать мнение.
Вы знаете, я объясню. Да. На самом деле мы прекрасно понимаем, и я уже об этом сказал, угу. что причиной, по которой в принципе возникли эти события или они стали возможными, стало нарушение платежеспособности банка. Угу. Называют разные цифры, это сотни миллиардов, и я понимаю, что для обыкновенного гражданина понять эту цифру или просто осознать, сколько в ней нулей, да. это целая проблема. Да это и не надо делать. Мы для себя понимаем, что, безусловно, для того, чтобы вот так, не останавливая этот поезд, да, на него запрыгнуть и новой администрации, фигурально выражаясь, да, и запустить туда те финансовые потоки, которые должны зайти, для этого необходимо, ну что ли, немножечко его приостановить. Я пытаюсь образно выражаться, да. Безусловно, можно было бы сказать, но почему тогда не прекратили выдавать наличные? Очень просто, потому что это привело бы к катастрофической панике. Поэтому постарались вот сегмент физических лиц просто вот успокоить тем, что, коллеги, все на самом деле хорошо, мы инкассируем банкоматы. Да, господа из бизнеса, господа из безналичной сферы, дайте нам 24 часа для того, чтобы мы проанализировали ситуацию и перезапустили ее в новом формате. Если это удастся, а я в этом не сомневаюсь, то есть у меня нет сомнений в том, что Приватбанк сегодня будет выполнять безналичные платежи, а Приват24 – это их интерактивная технология. Это означает, что та подготовка, а я подчеркиваю, ничего за ночь сделанного в этом нет. Эта подготовка шла несколько месяцев. Значит, эта подготовка была успешной, эффективной. И как человек, который связан с банковской сферой, я могу вам сказать, что, ну, аплодисменты. То есть, если это будет сделано так, то, уверяю вас, это крайне непростой процесс. Угу. Ну что ж, если подводить небольшой итог нашего небольшого разговора, то можно сказать так, что со временем все стабилизируется. Снимать и в панике бегать от банкомата к банкомату не стоит, потому что деньги-то будут, инкассироваться банкоматы будут. Ну и, соответственно, будем надеяться на то, что Приватбанк, скажем так, не ляжет, а будет работать дальше, или, выражаясь вашими словами, локомотив будет лететь дальше вперед. Будем на это надеяться. Я в любом случае хочу сказать, уважаемые друзья, я понимаю ваше беспокойство. За долгие годы независимости Украины мы стали свидетелями крушения не одного банка. Но хочу еще раз подчеркнуть, с Приватбанком ситуация уникальная. И тот факт, что глава государства и премьер-министр лично выступили, взяв на себя политическую ответственность за это выступление, говорит о том, что эта ситуация находится на контроле. И еще одна мысль. Дело в том, что банк – это механизм, живущий по определенным правилам. Денежные средства, ваши денежные средства, денежные средства бизнеса являются кровью банка. Сейчас в панике население обескравливает этот банк. Насколько мне известно, 2 миллиарда в сутки было снято только вчера из этого банка. Мне сложно оценить, куда будут направлены такие наличные средства, однако они изымаются из банковской системы в целом и из банка в частности. Поэтому я бы хотел все-таки всем предложить, проанализировав ситуацию, понять, что перекос, который может возникнуть от панического отбора средств в Приватбанке, может просто его утопить. Как бы ни старался президент и премьер-министр, они могут только то, что могут. Они не могут удовлетворить абсолютно всех в паническом состоянии. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь проанализировать ситуацию, понять, что сегодня государство взяло на себя ответственность и все-таки сохранить доверие к этому банковскому учреждению. Отже, дякуємо вам за те, що сьогодні зранку завітали до нашої студії, розставили крапки над «і». Я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися із незалежним фінансовим експертом Аркадієм Дебегяном.